नम भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Прежде всего, моему гуру Пада Падме, Нитирилу Правишна Ом Вишнупада Аштатурашата, Шри Шримад Бхакти Шри Рупе, Сиддханте Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечное Саштанга Дандават Пранаму, склоняясь к его лотосным стопам, также моему Шикша Гуру Пада Падме, Нитирилу Правишна Ом Вишнупада Аштатурашата, Шри Шримад Бхакти Веданте, Шрили Нарайне Госвами Махараджу, я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави, всех отцов и матерей принять мои поклоны. Харе Кришна. Сегодня очень благословенная Титхи Ганга Дашахара. Сегодня Ганга Деви проявилась в этом смертном мире. Сегодня мы необычайно удачливы, поскольку посетили Сукартал и омылись в водах Ганги. Это днем было. В этом месте Шукадев Госвами поведал Парикшиту Махараджу Шримад Бхагаватам. И мы, тоже следуя их примеру, поговорили немного о Шримад Бхагаватам и омылись в водах Ганги. Поэтому сегодня для нас очень благословенный день. Слава Ганге очень велика. Когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу и затем, восклицая «Харибол, Харибол», отправился, куда отправился? В Джаганнатхапури, то он очень долго не слышал нигде имен Бхагавана, ни с чьих уст Харинам не слетал. Но внезапно он достиг места, где пастухи восклицали «Харибол, Харибол». Все воспевали имена Господа. Махапрабху подумал, я так много прошел и не слышал имен Господа, но здесь ребята воспевают имена Господа. Это удивительно. Как же возможно, что с их уст слетают имена Всевышнего? И Господь понял, наверняка поблизости Ганга, благодаря ее влиянию, они воспевают имена Господа. Когда даже ветер Ганги, ветер, несущий воду Ганги, касается нас, мы уже обретаем благо. Что говорить уже о соприкосновении с водами самой Ганги? Она очищает наше сердце, оказывает на него благое влияние. В Чайтанья Бхагавате описывается, что даже животные, птицы, насекомые, мошки, которые живут на берегу Ганги, обретают благо. Бхагават Бхакти однажды проявится в их сердце. Ранее я уже рассказывал о славе Ганги. Гуруджи приводил две истории, прославляя Гангу Деви. Первая история. О Гаруде. Что является пищей для Гаруды? Змеи. Была змея, которая жила на берегу Ганги. Она сделала себе там норку, но потом высунула мордочку. Или что там у змеи? Высунулась из норы. И в это время Гаруда схватил ее. И тогда змея оставила тело. И когда Гаруда взлетал, хвост этой змеи коснулся вод Ганги. И тогда змея приняла четырехрукую форму. Что это означает? Это форма бхакт преданных на Вайкунхе. У них четыре руки. И есть на них знаки лотоса, раковины, булавы и диска. И Гаруда подумал, ну ничего себе, я тут еды себе добыл, а теперь как кушать четырехрукую форму? И он на своей спине эту змею, ее тело, отнес на Вайкунхе. Не стал, естественно, есть. В нашей Бхарате, в Индии, принято, что когда человек оставляет тело,
В его рот кладут листик тулоси и вливают воду Ганге. Наша культура Индии очень возвышена. В Индии, кроме Индии, найдете вы где-то Гангу? Нет. Шри Нарада до тех пор, пока не достиг Бхартаварши Индии, скитался по разным местам, путешествовал, но никак не мог найти умиротворение. Обрел он его только в Бхарате. Почему? Потому что Бхартаварша исполнена пуни благочестия. Аватары Господа Кришна, Рама, Нарисимха, где проявились? В Бхарате, Ганга, Ямуна, Сарасвати, Нармада, Синху, Кавери, Годавери. Где находится? Здесь? В зарубежных странах найдете вы хоть одну по-настоящему святую реку? Нет. Все они находятся в Бхарате. Айодхи, Мадхура, Каши, Канчи, Аванчи и другие святые земли, где присутствуют в Бхарате. Ганготри, Ямунатри, Кедарнатх, Ведранатх, Бадринатх, где находятся в Бхарате. Четыре основных дхамы, а также Дварага, Каши, Кедарнатх, Джаганатха, Путри, Рамешвара. Где? В Бхарате? Не где-то в одном месте. Нет этого в других странах, только в Бхарате. Все чистые реки в Бхарате. Некоторые, несмотря на это, отправляются в другие страны. Однажды я был в России, один из разов, в одной из моих поездок в России, я встретился там с другими индусами. Было тогда очень холодно, минус 30-40 градусов по Цельсию. И я спросил индусов, что вы там делали-то в России? Мы поехали путешествовать. Ну и как вам? Да, бесполезно все, ответили мне. Только деньги потратили. Ничего нет, кроме снега. А в нашей Бхарате насколько красивые живописные места были в Бадринатхе? Чалвал Прабуджи, были в Бадринатхе вы? Хотите поехать? Как-нибудь поедете вместе со мной? В Бадринат, Кедарнат, Ганготри, Ямунотри поедете и увидите, насколько красивые живописные места в Бадринатхе, как будто бы само небо не спускается. Реки прекрасно текут. Тапта Кунда, прекрасная Кунда. Даже когда вокруг жарко, и вы отправитесь туда, испытаете огромную ананду, блаженство от того, насколько живописное место, какие реки. Ясадев присутствовал там. Сарасвати течет там быстрым потоком. Ясадев до сих пор присутствует. Где это? В Бхарате. Поэтому мы необычайно удачливы, что родились в той стране, где Ганга течет, и Ганга даже рядом с нами. Очень удачливые души могут родиться в Бхарате. Обычной души нет. В Вриндаване, посмотрите, сколько англичан. Англичане, американцы, французы, французы, немцы приезжают, чтобы принимать омовение в Ямуне, посещать наши святые места. И слава Ганге тоже огромна. Вторая история о Ганге. Жил-был один тантрик, который мог понимать язык привидений, духов. И однажды он услышал, как ночью, и увидел, как ночью призраки играют в барабанах, как на празднике. Он позвал их и спросил их, что происходит, почему вы играете на барабанах? Все, свадьба, праздник? Да, завтра будет праздба, свадьба. Кого? У нас есть девочка-призрак, которая еще не вступала в брак. Она оставила тело до того, как вышла замуж. Поэтому мы ее завтра выдадим замуж. И за кого же? Спросил тантрик. Завтра один неженатый юноша умрет. Как он умрет? Спросил тантрик. Призраки ответили. Два быка будут бодаться, сражаться. Их попытаются разнять. Никак это не получится. Юноша попробует это сделать. Но быки так разозлятся, что им мешают, что они его проткнут рогами, и он оставит тело. И вот станет он призраком и женится на нашей девушке-призраке. Ведь девушка-призрак, он станет призраком, поэтому мы их поженим. Ничего себе, подумал тантрик. Откуда будто призраки все это знают?
И действительно, на следующий день он увидел тантрик, как два быка сражаются. А один юноша попытался их разнять, но быки ботнули, но бык ботнул его в живот, и он умер, оставил тело. Но на следующий день тантрик увидел, что Буд, призрак, сидит и плачет. Тантрик подозвал его. «Что случилось? Почему ты плачешь? Свадьба не состоялась?» «Да, не состоялась. Что произошло?» И призрак рассказал. «Этот бык действительно боднул юношу, но на его рогах была земля под Ганги». Вы видели наверняка, как быки бодают землю рогами? И вот этот бык тоже... тоже как бы бодал землю. Но где он это делал? На берегу Ганги. Поэтому земля Ганги, вода Ганги осталась на его рогах. И поскольку этими рогами, где была Ганга, ее вода и земля, этими рогами он боднул юношу, то когда юноша оставил тело, его душа и стала призраком, он отправился в обитель Господа. Настолько прославлена Ганга, даже ее земля, воздух, который несет воды Ганги, обладает огромным могуществом, очищает тело, и очищает душу и дарует мукти. Поэтому мы необычайно удачливы, что родились в Бхарата-деше, в Индии. Чайтанья Махапрабху тоже... Чайтанья Махапрабху где явился? В Навадвипе, на берегу Ганги. В Ганга-сагаре были? Навадвипа-дхама — это обитель, где присутствуют все тиртхи, все святые места. Самудрагат не отличен от Ганги. Однажды Ганга и Ямуна разговаривали. Они сестры. Ганга — старшая сестра, Ганга — младшая, а Ямуна — старшая. И Ганга сказала: «О, Ямуна, ты так удачлива, ведь Кришна родился вдвоем на твоих берегах во Вриндаване, и он являет Амджал-Бихар, свои водные игры. Его сайки омываются в твоих водах. Кришна сам также являет свои забавы каждый день в твоих водах. А у меня нет такой удачи», — сказала Ганга. Ямуна утешила ее: «Сестра, не переживай. Этот самый Кришна, который явился в Кали-югу, в Кали-югу явится как Шичнанда Нагор Хари на твоих берегах и будет совершать лилы в них, в твоих водах. Так же, как Кришна резвится в водах Кришны, Махапрабху являет свои забавы в водах Ганги. Махапрабху, например, со своими друзьями, сакхами, принимая омовение в Ганге, получал большое удовольствие, потому что Ганга вздымала свои волны, и она... И Махапрабху мог с удовольствием плавать в ней, и Ганга то поднимала его, то опускала своими водами. Поэтому ему она утешила Гангу: «Не переживай, сестра, Господь на твоих, в твоих водах также будет являть свои сладостные лилы». Какая еще история связана с Гангой? Однажды те, кто живет на берегу Ганги, и те, кто живет на берегу Ямуны, стали спорить, кто же возвышеннее. Те, кто жили на берегу Ганги, говорили Ямуна. Те, кто жили на берегу Ганги, говорили, что Ганга возвышеннее Ямуны. А жители местности вокруг Ямуны, естественно, доказывали, что Ямуна возвышенная, и обратились как к Гвару, к правителю. Тот подумал, кто же может этот спор, эту задачу разрешить. Нужно выбрать такую личность, чье решение примут обе стороны. Кто это? Во Вриндаване в то время жил великий святой. Его звали Джива Госвами. Но Джива Госвами на ночь из Вриндавана никуда не уезжал. Он ночевал всегда во Вриндаване, где бы он ни был в течение дня. А царь Акбар позвал Джива Госвами, но он знал, что Джива Госвами не будет ночевать вне Вриндавана. Поэтому сказал: «Не волнуйтесь, святой, я организую для вас лошадей, 5, 6, 7 лошадей, чтобы вы могли их менять и очень быстро за один день достичь нужного места и затем вернуться во Вриндаван». Так организовали большое собрание. Собрались сторонники Ганги и Ямуны. Те, кто говорили о Ямуне, прославляли ее.
Так прославлена наша Ямуна, говорили они. Это не вода, это жидкая према, любовь Рады и Кришны. Ямуна как появилась? Однажды Кришна слышал Раграгини, мелодии, прославляющие его. Его сердце начало таять от премы. Он вспотел. Этот пот начал стекать по его лицу, смешался с каджалом, краской, которой мама Ешода подводит ему глаза. Затем его слезы, его пот, смешанный с каджалом, коснулся его груди, затем лотосных стоп. И затем эта вода, смешанная с каджалом Кришны, стекла и стала Ямуной. Кроме того, Ямуна — это Вишака Анурадха, Саки Шримати Радарани. Балабачари прекрасным образом написал аштуку во славу Ямуны. Рупа Госвами также вославил Ямуну. Кроме того, есть замечательный праздник Раки Пурнима. Еще не было. Это тот день, скоро будет в обозримом будущем, тот день, когда сестра повязывает веревочку на запястье брата. И Ямуна также в этот день пришла к своему брату Ямараджу, они оба дети Ямараджа, они оба дети солнца, брат и сестра, и попросила: «О, Ямарадж, в Ямадвитию, во время Картику, дай мне благословение, что если брат и сестра войдут в мои воды, воды Ямуны, то они никогда не попадут в твою обитель на Ямалоку, то есть в ад». Татасху, сказал Ямарадж, дал такое благословение. Поэтому в Мадхуре вы можете видеть, что тысячи братьев и сестер за руки принимают омовение в водах Ямуны, чтобы не рождаться второй раз, не попадать в обитель Ямараджа. А те, кто жил на берегах Ганги, прославляли Гангу, славили ее. Джива Госвами как рассудил этот спор? Чудесным, изящным образом. Как? Все приняли его суждение. Он объяснил, кто такая Ямуна и Ганга. Кто Ямуна и кто Ганга? Ямуна — это Патарани, царица Кришна. В Мадхуре она предстает как царица Кришна, а во Вриндаване она Саки, Вишака Саки. То есть она Саки и царица Кришна. А Ганга кто? Это Чаринамрита Вамнадева. Когда Вамнадев поднял стопу, пересек Бур, Бува, Моха, Джана, Тапа, все высшие миры, проткнул мироздание, и тогда вода, то есть он проткнул оболочку Вселенной, вода омыла стопу Господу, это и стала Гангой. То есть это Чаринамрита. Чаринамрита, по сути, это служанка Даси Господа. Кто, Господа Вамнадева. А кто такой Вамнадев? От Кришны не отличен Баладева. От Баладева происходит Санкаршна, Четверюха. Потом Карна Дакашая, Гарба Дакашая, Кшири Дакашая Вишна. И Карна Дакашая Вишна. Как раз-таки источник всех аватар. Мация, Курма, Вара, Ханрисимха, Вамана. Все они проявляются из Карна Дакашая Вишна. То есть Вамнадев — это часть части Кришны. Не сам Кришна. И вот его Чаринамрита — это Ганга. То есть, получается, это и служанка Господа, и не самого, как бы, его проявления. А Ямуна — это сама спутница Господа, его Сайки, его царица и самого Господа. Поэтому Джива Госвами спросил: «Скажите, кто возвышеннее, царица или служанка?» И все, конечно, приняли суждение, что царица Сайки, то есть Ямуна, более возвышенная, чем служанка Ганга. Благо, которое обретается омовением в Ганге, получается просто памятованием Ямуны, настолько Ямуна возвышена. Но во время Кали-йоги слава Ганги возрастает. Почему? Потому что Махапрабху является где? На берегу Ганги, в Навадвипе. И когда Махапрабху принимает омовение в Ганге, то она не просто становится его служанкой, она возвышается. Ее положение становится более возвышенным. И она, с одной стороны, является Сакхи, спутницей Махапрабху. Поэтому ее слава не принижается, а наоборот возвышается. Так же, как Вишака — это Сакхи Кришны, Ганга тоже является спутницей Махапрабху.
Поэтому Ямуна сказала Ганге: «О, сестра, не переживай, в Кали-йогу твоя слава будет выше, поскольку сам Махапрабху явится в твоих водах и будет являть в них свои лилы. Поэтому мы очень-очень удачливы, что сегодня смогли омыться в Ганге». Ганга настолько любит Навадвипу, что омывает ее, как бы не хочет покидать. Сегодня также день ухода Баладея Видябошни, день явления Гангамата Госвами, несколько праздников. А завтра самый важный Экадаши, Пандава Нирджала Экадаши. Плод соблюдения всех Экадаши в течение года можно обрести, соблюдая Экадаши завтра, Пандава Экадаши, Пандава Нирджала Экадаши. Экадаша – самая дорогая врата для Господа. Она Бхакти Джанани, то есть мать Бхакти. Она дарует любовь Господу. Не соблюдая Экадаши, невозможно обрести любовь к Всевышнему. Поэтому во всех вайшнавских сампрадаях следуют Экадаши с любовью, очень трепетно. Мы, например, принимаем прасад, но есть сампрадаи, есть преданные, которые в Экадаши полностью постятся на сухую. Они в день до Экадаши принимают прасад один раз, в сам Экадаши постятся на сухую, а на следующий день в Двадаши принимают прасад, только прерывая врату. Постарайтесь также, насколько возможно, соблюдать нирджала Экадаши, поститься на сухую. Но если тяжело, тогда можете принять какие-то фрукты, какие-то плоды. Но насколько возможно, постарайтесь соблюдайте Экадаши на сухую и уделите внимание Харинаму, поскольку, повторяя в Экадаши один круг Харинама, вы получаете благо, как будто вы прочитали 100 кругов. Завтра тоже приходите вечером в храм, мы постараемся послушать о славе Экадаши, прославить Экадаши Деви, поговорить о ней. Намо намо.